Кубковые матчи не всегда непредсказуемы, независимо от того, какие команды включаются. И где играют, и дома на выезде. Поэтому настраивались на очень тяжелую игру. Гомель хорошая команда, мы это видели, смотрели матчи. Серьезно готовились. Я думаю, главный ход в контратаку быструю мы смогли нейтрализовать. Не было у нас таких уже убеганий, как в Слуцке. Но там мы уже, видимо, я бы не сказал, что класс сказался, но тренд «Динамо» все равно, независимо от того, кто играет. Да. Очень высокий марк можно держать, и кто играет за команду, и, соответственно, кто болеет за эту команду. И когда приезжаешь куда-то, то все равно, на каком бы месте ни находилась команда, кто бы за нее не играл, все равно все настраиваются очень прилично. И практически у нас нет проходных матчей. Тем более, что я уже говорил, что команда строится. Сдается. Не все так просто. Всем хочется быстро. Все почему-то. Потому что все разбираются, как у нас всегда было. В сельском хозяйстве, в футболе. Поэтому все сейчас знают, но не точно. Но тем не менее, решили главную задачу. Гомель прекрасная команда для первой лиги. И очень много игроков хороших в высшей лиге. Получается, что команда повторяет уже однажды пройденный путь при Кубке, когда формируется, наигрывается, потом входит в высшую лигу и играет очень хорошо. Хороший, конечно, плацдарм. И есть специалист хороший, который работает с этой командой. Нам тоже нужно строить, но мы не можем столько. И никто не даст нам времени. Поэтому хочется пожелать команде успешного выхода. Я думаю, они решат и уже успешно игры вышли. Спасибо, вопрос. Сергей Владимирович. Сергей Алексеевич, предвол. Чем вызвано задание на Фарщинского? Ну, травму. Сам сказал, что там. У нас на период для серьезнее. Все травмы вылазят на следующий день. Уже на следующий день будем знать. Тянет ногу, не тянет, нормально, ненормально, поэтому, правда, сейчас есть 10 дней, но 5-10 дней. Очень много все равно больных, но тем не менее, все равно будем выходить из этого. Спасибо.